Меня зовут Проскурин Иван. Творение вдохновлено эстетикой дадаизма. Нулевые года, господа и рабы. Ну а если бы рыбы могли говорить, что тогда? Теплый огонь дремучих ночей, уютная печаль очей, палачи палачей, ничей. Сердце как маятник, я сам себе памятник, как слепой соловей. Героический вечен, геральдически цветастов, мыляюсь блудливо, гутоперчиво морщись. Я поэт мертвых, пью сок багровых закатов Помпеи, отчаянно рвусь в закрытые двери. Ненавижу любя и надеюсь, не веря. О ты, поэтесса безмолвная, застынь в иллюзорности, прорываясь от хаоса к стройности, сквозь костры ярких фетишей и молчанием пламеней черней белого. Нареки меня ястребом и Мальдорора неистове, и Фауста теософистове. Буду сниться золотом, серебриться сталью, а если огнем более чем звоном черных колоколов, запахом серы, проклятием, любовью, ненавистью. Но если бы рыбы могли говорить, они все равно бы молчали.